Меня зовут Граева Арина, мне 10 лет. Я из села Гамова. Учусь в детской школе искусств села Гамова. Я играю на аккордеоне. Произведение «Французская открытка». «Французская открытка» – произведение про Францию. Я готовила это произведение несколько месяцев. Я музыкой занимаюсь 4 года. У меня есть 4 медали, много грамот и 2 статуэтки. Мой характер веселый, энергичный. Я увлекаюсь вокалом академическим. Кроме музыки, я люблю читать книги и гулять. Я живу в селе Гамова, мне очень нравится там жить. Мои любимые места – библиотека, музыкальная школа искусств, конечно, и обычная школа. Я передаю всем жителям Гамова большой привет. Ну, я хочу посвятить свою жизнь музыке. Мечтаю я стать певицей, например, ну или играть на аккордеоне. Чтобы прийти к цели, надо быть уверенной в себе, просто сконцентрироваться в себе. Если ты играешь на музыкальном инструменте, думать только о нем и о музыке. Я желаю участникам формулы успеха проходить дальше, никогда не сдаваться. А формулы успеха желаю таких же одаренных детей, чтобы их проект расцветал каждым годом. Чтобы у всех все было вот так вот. Thank you.